нахожусь в этом прекрасном здании, где занимаются кадеты, я понимаю, что глава Чувашской республики, правительство, Министерство образования уделяет самое пристальное внимание развитию кадетского движения на территории Чувашии. Великолепный корпус, великолепная архитектура, великолепные условия обучения, содержания, значит, кадетов. Это пример для подражания для многих других регионов, в том числе и для нашей Пензенской области.